Знаете, если бы последовали за этим закон о том, что не нужно выпивать, о том, что не нужно иметь еще какие-то дурные привычки, это была бы череда просто законов, которые с нравственной точки зрения имеют место быть, но с точки зрения реализации они должны быть протянуты очень сильно во времени. Это те привычки, от которых поколенчески нужно избавляться. Это те привычки, которые возникли не сегодня, и нужно убрать базовое, составляющую для курения, а именно стрессовые составляющие, финансово-экономическое положение, все то, что заставляет людей нервно закуривать. Ведь вот это движение, когда ты хочешь якобы себя успокоить, оно имеет место быть. А у молодежи это другое явление, когда делают это взрослые, и чтобы быть взрослыми, мы начинаем с 14 лет курить, говорят дети. И к чему это приводит? Совершенно очевидно, к потере здоровья. Поэтому законы, безусловно, нужны, но их эффективность весьма, весьма двусмысленна.